Привет, зритель. Игра зовет нас с тобой в Санкт-Петербург. Мы здесь для того, чтобы продолжить жить, для того, чтобы продолжить смотреть футбол. Мы здесь для того, чтобы просто все продолжалось. Это 25-й тур первой российской лиги, и это матч СКА Хабаровск-Сокол-Саратов. Хабаровску отдельный привет, отдельный добрый вечер. Сейчас в Хабаровске 21 час по местному времени. Мы продолжаем. Антон Фролов дает старт этому матчу. 25-й тур первой лиги. И это матч СКА Хабаровск-Сокол-Саратов. И мы с вами смотрим на то, как агрессивно действуют подопечные Шаронова. Есть возможность для удара, но нет передачи налево. В штрафной площади Хабаровск. Удар! И первый же мяч влетает в ворота гостей. Вот так очень активно и агрессивно начинают. Магомед Мусалов это был. Я прошу прощения. Пятерку на форме увидел. И вот он. Левый защитник, который оказался глубоко в атаке, отправляет мяч в дальний левый угол ворот Петра Косаревского. Но вряд ли тут можно предъявить претензии к голкиперу Саратова. Но здесь решило просто исполнительское мастерство защитника из Хабаровска. Потрясающе разыгранная комбинация. Однако мяч возвращается к Кириллу Никитину. Навес. Опасный момент в штрафной площади. Удар! И как раз-таки вот он, Никитин. Вот он, Никитин, и вот она, вот эта вот уловочка, связанная с заменой игроков. Вот оно уже преимущество со счетом 2-0 в самом дебюте встречи. Носком по мини-футбольному здесь сыграл экс-игрок словацкого Слована. Посмотрите, развернулся и из-под Гудкова отправил мяч в левый, точнее говоря, в правый нижний угол ворот Петра Косаревского. Плотно опекают своих соперников футболисты из Саратова. А здесь Антон Фролов красноречивым жестом показывает, что один из лучших голкиперов лиги Петр Ильич Косаревский нарушает правила на Олеге Кожемякине. Так, Илья Петров или Косаревский? Гол! Гол, гол, гол! 3-3-3-0! СКА Хабаровск устроил соколиную охоту на Саратов сегодня. Давно я не видел столь убедительного тайма в исполнении Хабаровской. И, откровенно говоря, не факт, что он вообще брезжится. А это первое спасение по-настоящему, которое пришлось сегодня сделать Владимиру Сугробову. Дмитрий Сасин неплохо проходил по центру Ростова и Пари НН. Подача, момент, 3-1. Да, да, нет, да, что? Игра рукой, Антон Фролов показывает, что была игра рукой, не засчитывает этот мяч. Радоваться преждевременно. В центре действует Сериков. Кстати говоря, обратите внимание, что фамилии опорных полузащитников Саратова нам сегодня называть не приходилось. Максименко этот может себе момент выдрать сам. И он выходит один на один. Удар! Гол! У Сугробова не было ни одного шанса. Артем Максименко чуть-чуть подсластил эту пилюлю. Насколько здесь сыграл в роли фишечки Олег Кожемякин. Совсем ничего не получилось в этом эпизоде. А дальше Игорь Коновалов только в роли почетного караула сопровождал нападающего Саратова. Именно поэтому по тайму друг у друга выиграли команды. Другое дело, что первый тайм СКА выиграл со счетом 3-0, а Сокол второй выиграл со счетом 0-1. Такая разница и на табло в итоге красуется. 3-1 СКА Хабаровск побеждает. Владимир Сугробов выигрывает у своих. Пусть и эти свои во втором тайме огрызнулись и показали, что они тоже немного умеют.